Последний день рабочей недели обещает быть солнечным и жарким. 22 июня в Сарове ясно, утром плюс 16, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла, ночью плюс 17. Ветер западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде малооблачно, утром плюс 15, днем столбики термометров поднимутся до плюс 28, ночью плюс 18. Ветер западный до 2 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В столице солнечно, утром плюс 17, днем до 29 градусов тепла, ночью плюс 16. Ветер южный 4,6 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.